Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина Лента. Предыдущее видео это прогулка по Ленте, так что обязательно посмотрите его тоже. Ну, а здесь у меня будет непосредственно закупка. Ездила я туда одна, ну, как всегда, чек у меня где-то на 8 тысяч получился, как всегда, без всяких нужностей я не выхожу. И чек, как всегда, у меня будет в конце видео. Девчули мои все проверили, устали уже, да? Вот, давайте начну немножко с бытовой химии, и не только бытовая химия. Здесь я купила 5 упаковок сахара, он был со скидкой, но можно не более 5 в руки, в одни руки. В общем, даже так, представляете. Купила много сахара, потому что у меня муж делал сидр, и ему не хватило. То есть он должен быть, в общем... Короче, ему в сидр нужно добавить сахар, одним словом. Немного здесь бытовой химии, значит, лос купила вот такую жидкость. Очень даже неплохая, капсулы тоже мне понравились, поэтому купила. Вот такой был по акции Вернель кондиционер. И вот этот лентовский, мой любимый. Еще раз повторю, стираю всякие вот шлейки. Сейчас очень часто, кстати, ну, мы гуляем, да, погода плохая, и пачкаются вот этих девчуль. Пачкаются вот эти шлейки, в которых они ходят, и я их тоже практически после каждого гуляния, ну не после каждого, конечно, но все-таки очень часто стираю. Так, и еще я купила вот такие тюльпанчики, девочки. Тюльпанов много не бывает, вот, поэтому здесь по 8 штук, тюльпаны микс, вот такая, такой сорт, я так понимаю, да, ну должны быть, в общем, вот такие махровые и вот такие вот еще. Престиж какой-то, вот, они там были по распродаже, как раз сейчас посадить, у меня есть еще с прошлого года тюльпаны остались, но тюльпанов много не бывает, их можно же везде натыкать, и будет весной очень красиво. Ну и теперь основная моя закупка, значит, давайте начнем по традиции отсюда. Купила я яйца вот эти вот, правда, С1, да, С0 почему-то не нашла, вот, может быть, их куда-то в другое место переложили, я не знаю. Ну, в общем, взяла вот такое, взяла 20 штук. Почему 20? Потому что я еще покупаю домашние яйца куриные. Они, конечно, дороже стоят, но они вкуснее. А вот эти вот я буду использовать, ну, там, на выпечку, на что-то такое, да. А вот чтобы яичнику сделать, я куплю домашние яйца. Значит, была акция на филе индейки грудки. Такая цена, на самом деле, на филе грудки, именно вот грудки, да, индейки, очень редко, поэтому я взяла аж 3 упаковки, мне пригодится, я и домашние наггетсы из нее обязательно сделаю, вот такие вот, в общем, набрала много, взяла еще сосиски вот такие мясные, папа может, я уже показывала, я их замораживаю, потом куда-нибудь пицца, еще куда-нибудь тушеная капуста с сосисочками, вообще идеально. Вареная колбаска здесь у меня. И давайте сразу покажу сыр. Вот такой вот пашихонский по 399 рублей. Я его взяла для какой-нибудь запеканочки. Ну, что-нибудь такое. И еще вот такой сыр плавленный. Сливочный, Виола. И здесь вот у меня соусы, кстати, да. Здесь у меня вот еще вкусняшки для моих собак. Вот, кстати, очень нравятся вот эти вот колбаски им вообще. Вот, но я купила. У них как бы есть еще всякие вкусности. Ну, уж докупила, ладно уж. Уж баловать так всех, да? Значит, соусы. Набрала, ну, были по акции, и, в общем, я по акции взяла вот такой кетчунес. Должно быть, наверное, очень вкусно. Хайнс, хотя Хайнс мне не очень нравится соус, потому что они более такие уксусные. Ну, взяла. Мой любимый сметанный майонез Ряба. Он действительно не такой жирный. Всем советую, в салатике хорошо, и не только. Вот такой сырный Махеев, очень любят у меня мужчины мои его. Увидела еще вот такой, ну, короче, я прошлась, да? Вот, со вкусом чеснока мята для курицы, как раз вот для домашних наггетсов вообще идеально. Потом вот такой бальзамик соус, вообще я люблю очень бальзамический уксус. Обычно заказываю на iHerb, у меня закончился, с iHerb еще заказ не сделала. В общем, увидела, думаю, надо взять, попробовать. Но очень люблю. И вот такой вот, это муж у меня подобное всякое любит, вьетнамский имбирный соус. Тоже был по акции, в общем, попробуем. Дальше, молочка. По акции было вот это молоко «Домик в деревне» 2,5%. Я взяла 3 упаковки. Мы молоко просто так не пьем. Еще раз повторюсь, кофе, блинчики, ну, как-то так, вот.
Дальше, вот эти десертики чудо, очень советую попробовать, они еще плюс были в ленте по акции, они действительно очень вкусные, у меня вот вся семья, мы едим с огромным удовольствием. Разные, вот тут три вкуса, и все три вкуса по две штучки я взяла. Также взяла свои любимые йогурты Слобода, я обожаю их, и мне кажется, вот они самые вкусные, не знаю. Была акция на вот такую маленькую упаковку, поэтому я взяла маленькую. Обычно я большую беру, но это даже хорошо, можно взять с собой машину, муж может у меня взять на работу. Вот вкус арбуза, здесь у меня вкус вот такой клубника. Появился новый вот такой вкус, я, по крайней мере, раньше не видела. Апельсины, ягоды годжи. Вот я тоже две штучки взяла себе мужу попробовать. И две штучки вот такие вот манго и папайя. Мне вот этот манго и папайя очень нравится. Дальше здесь у меня также мажитель, слобода купила. И давайте сразу по напиткам. Два сока купила, мультифруктовый и земляничное лето. Вот такую воду, святой источник, это газированная, а в машину я себе купила две бутылки, там так их оставила, в чеке вы увидите, тоже святой источник с облепихой, очень вкусно с облепихой, хотя там есть тоже красители, я почитала, но водичка очень вкусная, мне прям понравилась. И вот это вот я взяла для школы и садика, я и в садик даю небольшой перекус своему сыну, потому что он не ест то меню, которое, ну, точнее, не все из меню, что есть в садике, хотя готовит вкусно, но такой он у меня привереда. Я ему обычно даю сок и какие-нибудь, ну, фруктик, там, что-то, какой-то перекус, да. Так, вот такие супер джус соки. И очень понравились вот такие вот супер дринк. Вода и сок. Даже моему мужу понравилось, поэтому я набрала много. Он тоже у меня с собой машину иногда берет. Вот такой оладушкин. Вообще продукция оладушкин мне очень нравится. Делен вот этот вот. Ну, это считается хлеб, да. Белый тоже очень вкусно. Конечно же, моя любимая лепешка из тандыра. Одну я слопала в машине вместе с сыном. Вот, одну привезла домой. Прямо горячие. Очень люблю, обожаю прям. И здесь у меня еще питу я взяла. Тоже любим. С огромным удовольствием едим. Дальше хлеб вот такой ржаной лентовский. Вот такой заварной. Тоже очень вкусный вот этот лентовский. И новый вот такой хлеб. Я раньше не видела. Ароматный с итальянскими травами на густой опаре. Вот видите, какой-то ремесленный хлеб. Не знаю, что это за марка такая. Но вот впервые такое увидела. Соответственно, взяла попробовать. Так, дальше вот этот вот батон, багет, да, очень французский, вот этот очень нравится нам тоже, поэтому взяла, он такой хрустящая корочка, внутри очень-очень мягкий. Чай, вот этот вот тест, кстати, очень люблю вот этот чай, именно вот этот вот с шиповником и яблоком, очень он вкусный, прям вообще взяла его. Здесь это на перекус в машину и также в школу, садик. Детям, мужу, в общем, моим мужчинам, со вкусом банана, со вкусом белого шоколада. Вот белый шоколад люблю тоже я, вот эти вот очень вкусно. Белый шоколад и с кокосом тоже я очень люблю, бросаю себе в машину, потому что если мало ли где-то что-то, можно перекусить. Всем советую, мужчина меня любит больше с бананом. Ну, это, конечно, я уже тут повелась, тоже была акция, купила. О, Милка, вот эти шоколадки я их очень люблю. Особенно мне нравится вот с изюмчиком, фундук, изюм. И вот такой вот еще ореховая паста из миндаля. Ну, это так, побаловать немножко. Вот такое печенье новое увидела. Решила взять, попробовать. Кокосовое какое-то. Ну, круассанчики, как обычно, наш любимый на завтрак. К завтраку мы очень любим. И вот такое вот печенье, тоже никогда не видела его. Круанте. Какие-то крендельки слоеные в сахарной глазури. Вот. Хотя я слоеного теста сама делаю всякие штуки, но... решила взять попробовать. На Барилу была скидка, и я взяла две упаковочки. Взяла вот такие тоненькие, мы любим. Также взяла, была по акции рис для плова. Я как раз хочу сделать плов. Ну, пусть будет такая большая упаковка, хотя я бы взяла маленькую, но она была по акции, поэтому я ее взяла. Дальше арбуз по 19,69. Вот такой вот большой я взяла. Сколько здесь у меня? Килограмм, 7,5 килограмм, считайте, да? Видите, какой большой. Также немножко из фруктов взяла инжир. Мне очень нравится свежий инжир. Он прямо мягенький. Цена за штуку я взяла 5 штучек. Цену не помню. Вот, в чеке будет видно. Взяла мандарины, что-то захотелось, но я не знаю. Они обычно в начале сезона бывают кислыми, поэтому я взяла не так много. Ну, в общем, попробуем. Также из овощей у меня взяла тыкву.
У меня в доме никто, кроме меня, не ест тыкву. Я взяла вот такое, это бутылочное, да, называется? Да, бутылочное. Хочу в следующем году, может, попробовать у себя вырастить такую. Очень ее люблю, потому что она такая сладковатая. Вообще хотела батат купить, но батата в ленте не было. Вот, поэтому решила взять вот такую тыковку. Я запеку ее, просто запекаю со сливочным маслом. Ну, нарезаю кусочками в духовке и потом просто... Просто эти кусочки ем без всего, без всякого. Так как я ем только одна я, тыкву, да, в любом ее проявлении, то я себе сильно не заморачиваюсь. Так, лук эконом по 24 рубля немного взяла. И здесь у меня картофель эконом. Ой, ну смотрите, девочки. Ну, он такой не очень хороший. Ну, ладно, я его взяла по 29 рублей. Видите, вот такой. Чей-то нос тут, нос чей. Ну, такая не очень хорошая, меленькая такая, видите, где-то. Ну, нормально, пойдет. Вот так что вот такая вот у меня получилась закупка. И давайте сейчас вам покажу чек.